аккаунта в Гугле. То есть заходите в Google. Ну, так как у меня уже аккаунт создан, вот здесь либо выйти, либо добавить аккаунт я могу, да? То есть мы можем несколько аккаунтов создавать. При создании аккаунта, то есть вам необходимо создать почту на google.com. То есть мы начинаем свое создание YouTube канала с аккаунта Google. То есть вроде как бы создали канал, и в то же время нет. То есть мы должны понимать, что создание аккаунта Google, то есть сам аккаунт Google, является как бы ключом к тем сервисам, которыми располагает Google. YouTube является одним из сервисов Google. И вот чтобы получить этот ключ, мы должны создать аккаунт на Google или вот зарегистрировать Google почту. То есть, когда вы просто зайдете в Google, нажмете вход и полностью пройдете анкету заполнения, и у вас будет готовый аккаунт Google+. Вот здесь находятся те сервисы, которым дает возможность бесплатно пользоваться Google. То есть вот YouTube, вот почта сервис, Google+, почта, диск Google, тоже очень хороший сервис, календарь Google, блогер, сервис по блогам, документы Google, Hangout. Это вот все сервисы, которыми вы можете пользоваться при создании аккаунта Google. Также есть вот здесь еще и другие сервисы, их очень большое количество. Их можно все осваивать, они очень полезные. И так как мы создаем канал, то после создания аккаунта Google мы можем, причем мы можем создать аккаунт Google как прямо зайти на Google, так и с самого канала. То есть набрав YouTube, если у вас его еще нет, прям тут можно набрать вход и также создать аккаунт. Когда вы создадите аккаунт Google, у вас автоматом создастся канал. То есть вы там пропишите название, то есть свою фамилию, имя, отчество, и у вас канал прям таки будет называться. Вот у меня Владимир Кулаков. У вас будет по своему имени. То есть если вам необходим канал для своего продвижения в интернете и, как говорится, продвижения бренда своего, то необходимо четко все как положено создать там канал. Но есть разные задачи и цели у людей в создании каналов. И многие создают несколько каналов. И поэтому очень четко нужно представлять, если на вашем компьютере или вы когда-то создавали не один канал, да, и аккаунт Google, то нужно понимать, что при очень большом количестве создания аккаунтов и каналов Google может поместить вас в черный список. На один телефон собственный вы можете создать 2 аккаунта. На одном аккаунте вы можете создавать до 100 каналов различных. То есть вот создая один канал на этом аккаунте Google, вы можете потом создавать несколько каналов. Вот. К этому мы тоже вернемся. И вот это вот нужно очень четко понимать. Но если все-таки у вас такой случай был, что вашим IP или компьютером кто-то пользовался, то для пущей рекомендации рекомендую зарегистрировать канал через мобильный интернет. То есть это будет тогда наиболее четко, если хороший мобильный интернет есть, на саму регистрацию, то есть процедуру регистрации аккаунта в Google. И это лучше провести через мобильный интернет. Если же все нормально, то просто через Wi-Fi можете конкретно зайти, зарегистрировать аккаунт и получите канал YouTube. Вот все домашнее задание — пройти и посмотреть, как у вас зарегистрировано, какие сервисы есть в Гугле, какими вы уже пользуетесь.
И на этом наш урок закончен. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч.